Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, уважаемые участники. Всех рад приветствовать на новой встрече с Александром Элдером. Сегодня, как всегда, будем говорить о рынках. Посмотрим, чем заканчивается февраль. Поговорим про NVIDIA и связанные с ней компании, которые также сильно реагировали на последние новости. В целом, безусловно, поговорим о рынках и разберем ряд бумаг. Ну а прежде чем мы начнем, как всегда, это предупреждение о рисках. Я всегда напомню, что торговля на финансовых рынках связана с рисками, с ними нужно ознакомиться, разобраться, и полный текст сообщения вы сейчас видите перед собой, поэтому с ним тоже рекомендую ознакомиться. Ну и всегда контролировать свои сделки, объем позиции, размер, и мы в том числе в ходе нашей встречи говорим о рисках, поэтому этот момент очень важен, и мы всегда о нем напоминаем в самом начале. Также хотел сказать несколько слов про компанию Admirals, особенно для тех, кто подключился впервые. Мы являемся международным брокером, работаем, предоставляем услуги для трейдеров, для частных трейдеров и для инвесторов. У нас очень большое направление, которым мы как раз работаем, в том числе это обучение, да, для наших клиентов, как тренингу, так и инвестициям. Поэтому мы очень рады, что Александр раз в месяц присоединяется к нам, делится своим опытом, рассказывает о рынках, и мы получаем возможность учиться у Александра вместе с ним, да, получать эти знания. Также, как я уже сказал, мы предоставляем сервисы для трейдеров и для инвесторов. А еще хотел сделать один небольшой анонс, который, я уверен, понравится слушателям наших вебинаров. Мы буквально недавно выпустили один дополнительный инструмент для метатрейдера, как четвертого, так и пятого, который называется Research Terminal, то есть терминал, в котором можно проводить анализ различных бумаг и активов, и в нем есть в том числе корпоративный календарь. То есть теперь можно смотреть всегда предполагаемые сообщения о доходах по отдельным бумагам или какие-то другие корпоративные события, ну и всегда можно проверять. Мы периодически этот вопрос как раз затрагиваем в ходе наших встреч. Вот теперь все клиенты Admirals эту возможность получили, и прямо в метатрейдере можно проверять, когда у компании происходит сообщение о доходах, и смотреть, какие дивиденды она выплачивает, ну и различные фундаментальные данные по ним тоже можно будет смотреть. Уже доступно, его можно скачать из кабинета трейдера. Как всегда, поговорим о текущей ситуации. Да, мы видим, что NVIDIA отчиталась достаточно хорошо, точнее, очень хорошая была реакция на позитивный отчет от NVIDIA. И мы понимаем, что сейчас, в том числе, индекс S&P 500 двигает достаточно небольшое количество компаний. Ну, фактически, также высокотехнологичные компании продолжают это делать. Будет очень интересно обсудить как раз этот отчет и поговорить про, в том числе, про ключевые рынки. Также у нас будет подведение итогов конкурса, и в конце я также расскажу о том, как можно получить индикатор Александра и как проходит наш конкурс, в котором можно выиграть книгу с автографом Александра. Как всегда, с моей стороны, небольшая тепловая карта в среднем по рынку. Сейчас перед вами индекс NASDAQ, движение за последний месяц. Мы видим, что в среднем, опять же, больше компаний находится выше нулевой линии. То есть пока общее настроение, скажем так, позитивно за последний месяц. Да, ну и мы видим, как NVIDIA, да, выходит в топ по движению за последний месяц вместе с Meta. И здесь уже картина по S&P 500. Опять же, лидеры прежние, да, лидеры не поменялись, и в среднем общее настроение, да, тоже находится выше, то есть больше компаний показало рост, да, чем падение за последний месяц. И, как всегда, последнюю среду каждого месяца, ну, по крайней мере, стараемся держать это расписание, мы встречаемся с Александром, чтобы поговорить о рынках. Александр, всегда с нетерпением ждем нашей встречи. Передаю слово вам. Спасибо. Спасибо большое, Роман. Очень приятно всегда с вами работать, как вы знаете. Я ожидаю времени, когда вы уже столько у меня услышите, что просто будете говорить, как я, и я тогда могу просто сидеть на диване и дистанционно входить в эти вебинары и слушать. Спасибо большое за приглашение. Кстати, я буду в Таллине в июле, где вы находитесь, так что если вам нужно будет подписать какие-то книжки, дайте знать.
Отлично. Предложил бы привезти их, конечно, вам из, значит, из североамериканских Соединенных. Но, может быть, смогу, а может быть, нет, потому что, к сожалению, лечу не напрямую. Ну, мы с вами потом поговорим. Я лечу через Брюссель, у меня там родственник, и так что немножко сложно. Ну, посмотрим, разберемся по ходу дела. До сих пор пью чай из двух чашек, которые вы мне подарили, поэтому считаю своим долгом вам помочь тоже как-то. Да, ну готовьте, у меня будут для вас новые чашки, так что А еще эти не готовьте разбил. чемодан. Спасибо большое. Про рынки. Вы знаете, вы упомянули то, о чем многие говорят, что вот эта вот великолепная семерка акций движет американским рынком. Я сегодня прочитал с утра очень интересную статью из английского банка. Оказывается, Соединенные Штаты один из самых наименее концентрированных рынков в мире. Что значит концентрированный рынок? Я помню, в свое время в Италии была компания «Generali». Это было 50% рынка. Если «Generali» поднималась, поднимался весь рынок. То есть маленькое количество акций практически представляет весь рынок. А в Америке это на самом деле не так. Это вот великолепная семерка, она ведет этот бычий тренд. Но в смысле концентрации рынков, самый наименее концентрированный рынок из больших в мире – это Япония. На втором месте Соединенные Штаты. Так что нам нужно смотреть не только на эту великолепную семерку, конечно, но и на другие рынки. Один из индикаторов, который мы посмотрим, конечно, сегодня, это индекс новых высот, новых низов, где мы увидим, что количество лидеров, тянущих этот рынок вверх, очень скромное. То есть лидерство теперешнего ралли невысокое. Смотрим на график, который вы показываете сейчас. Значит, опять-таки, для тех, кто, особенно для тех, кто впервые присоединяется к нам, это вот такой стандартный расклад, с которым я работаю весь день. Слева долгосрочный график, недельный, справа краткосрочный график, дневной. И система такая. Принимаем стратегическое решение на недельном графике, а исполняем его на дневном. Что мы видим здесь? Рынок это как маниакально-депрессивный пациент. Мое прошлое в давнишнее прошлое в психиатрии. И диагноз этому маниакально-депрессивному товарищу можно поставить, наложив на любой график, недельный, дневной, какой угодно, конверт, который охватывает примерно 95% всех данных. Значит, только необычные данные вылетают из конверта. Поэтому, когда вот рынок S&P превышает верхнюю полосу конверта, я говорю, у пациента маниакальный эпизод. Ну, сейчас он будет пить литий, и этот эпизод у него ослабнет, он вернется в норму, а норма – это зона между красной и синей линиями, между длинной и средней, длинной и короткой скользящей средней. Ориентировочно это 26 баров и 13 баров. Но это не волшебные какие-то цифры, можете сделать чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. Главное, чтобы они соотносились 2 к 1. Рынки не знают времени. Рынки считают количество баров. Поэтому смотрим ли мы на месячный рынок, на недельный, на дневной, на часовой, на 5-минутный. Я применяю те же самые цифры. Навскидку 26-13, или я их немножко могу изменить, чтобы я лучше отойти от стандарта. Да? Всегда желательно поставить что-то, что не очень популярно. Кратко смешная история. Те из вас, кто физику изучал, был великий физик Ричард Файнман, получил Нобелевскую премию, участвовал в создании первой ядерной бомбы, написал важные очень книги и был человеком, который еще к тому же выяснил, почему американский шаттл взорвался. Он определил, так сказать, причину этого дела – головотяпство.
Так он, когда занимался ядерной бомбой в Лос-Аламосе, у него была репутация, что он умел сейфы открывать. И он действительно приходил к людям, открывал сейфы и оставлял записочку, а я у вас в сейфе был, да? И никто не знал, как это он делал. Он считался... А оказывается, что сейфы все доставлялись с фабрики с одним кодом. И большинство людей этот код не меняли. Вот так вот, да? Одним и тем же кодом он открывал все сейфы. Шутник. Рынки дело не шуточное, но я пользуюсь теми же цифрами для всех данных, но и для себя я немножко их изменяю. То есть, если я буду пользоваться 26.13, как написано в моей книге, то я ничем не буду отличаться от толпы. Да? Поэтому свои цифры нужно всегда, нужно, сильно рекомендую. Свои цифры чуть-чуть поменять. 27.14. 25-12. Знаете, вот так вот. Да, чуть-чуть это изменить. Но чтобы не стоять в массе. Масса по определению проигрывает на рынках. Поэтому, что бы вы ни делали, нужно немножко отделиться. Но я отвлекся. График S&P 500. И мы видим, что у этого пациента маниакальный эпизод происходит. Это видно на недельном графике с левой стороны. При этом мы видим, что мания начинает ослабевать. MACD гистограмма стала уже немножко опускаться, индекс силы так вообще тонет. И мы видим вот горизонтальная такая полоска разноцветная, это импульсная система. Импульсная система – это не торговая система, это система цензуры. Когда импульсная система зеленая, запрещено коротить. Когда импульсная система красная, запрещено покупать. А еще на прошлой неделе нам было запрещено коротить. Импульсная система была зеленой. А на этой неделе все, наручники сняты. Делайте, что хотите. Можно коротить, да, если желаете. Идем направо. Смотрим на дневной график. И здесь мы видим интересную картину. Мы всегда видим интересную картину, если особенно деньги у нас на рынке. Движение вверх было очень таким приятно однообразным. Вот прямо от левого края до правого мы видим, S&P опускается в зону ценности и поднимается к верхнему конверту. В зоне ценности, естественно, желательно купить, возле конверта продать. Опять в зону ценности, опять к конверту, опять в зону ценности, опять к конверту. И последний сигнал, это, значит, был сигнал, что надо снимать прибыль, сигнала на покупку еще не поступало. И возникает вопрос, а почему бы не продать на понижение? Тем более, что на графике MACD, кстати, имеется очень интересный момент, который, кстати, поможет мне ответить на вопрос, который поступил к этому вебинару. Какая дивергенция лучше? Стандартная или с отсутствующим правым плечом? Значит, дивергенция – это когда рынок поднимается до новой высоты. Скажем, вот здесь вот поднимается до новой высоты, опускается ниже нуля, а потом поднимается опять. И вот мы видим, что у самого правого края, когда рынок поднялся опять, MACD-гистограмма поднялась выше нуля, ну, буквально на миллиметр. То есть это просто... Дайте мне увеличительное стекло, трудно увидеть. Вот это вот называется дивергенция с отсутствующим правым плечом. И это обычно более серьезный медвежий сигнал. Опять-таки, ничто не работает 100%, но по сумме, по опыту, это более опасный сигнал. Причем мы сегодня разговариваем на рынке, как бы такой немножко штиль стоит. Вчера стоял, сегодня пониженная волатильность, ничего особенного не происходит. Почему? Всегда есть какие-то фундаментальные факторы, на которые рынок смотрит. Рынок меняет фокусировку. И поэтому нам нужно знать, на что рынок смотрит, да? Вот еще буквально неделю, две, три недели назад главной фокусировкой рынка были сообщения о доходах компаний. Это называется earning season, сезон доходов.
американские компании и иностранные компании, которые котируются в Штатах, обязаны раз в квартал представлять финансовые отчеты. И люди их очень внимательно читают, и на основании этих отчетов делают заключения, покупают, продают. И естественно, все смотрят на эти отчеты. Роман упомянул колоссальную ралли в NVIDIA. Все ждали отчеты NVIDIA. Я должен признаться, я ожидал не очень хороших результатов, но я ее не коротил. Сидел на руках, как говорится. И вышли эти сообщения. Сидеть на руках оказалось более спокойной позицией. NVIDIA взорвалась, невероятный подъем. Этот сезон сообщения о доходах заканчивается. Еще какие-то компании их выдают. То они, собственно, некоторые их выдают в течение года. Нет ни одного месяца, когда никто бы не выдавал. Но вот такой большой сезон заканчивается. И сейчас внимание рынка переключается на поведение Центрального банка. Центральный банк, он всегда, они говорят всегда так темными, как сказать, темнят, да? То есть они не говорят, как мы с вами. Это бычье, это медвежье. Мы полагаем, что та-та-та-та-та-та-та-та-та, да? Но при этом, значит, люди как бы читают эти сигналы, и консенсус сложился, что подъем процентных ставок закончен. Разобрались, подъема не будет. Подъем, кстати, ставки поднялись очень высоко. Допустим, если вы покупаете дом еще 2 года тому назад, в Штатах можно было взять ипотеку меньше, чем за 3%. Сегодня это выше 7%. Да? То есть это резко ограничивает покупательную способность людей, и это цифра, которая льется через всю экономику. Все теперь ждут, что эти проценты начнут понижаться. А понижение зависит от статистики, которая публикуется публично. Да? И завтра будет известно, что Федеральная резервная система смотрит в первую очередь на индикатор, называется PCE, не помню, как расшифровывается. Но для них это самый важный индикатор. Этот индикатор выходит завтра в 8 утра, да? До того, как рынок откроется. То есть завтра ожидайте фейерверки. Вверх или вниз. Вверх или вниз. А сейчас пока что штиль. Угадывать не стоит. Вот точно так же, как у меня было мнение по NVIDIA. Это была догадка, которая оказалась неправильной. Действовать по догадкам не стоит. Это то, что вот лучше не гадать. Выйдут цифры, будем по ним играть. Но если бы, я всегда говорю, если бы кто-то вот вышел, Алекс, что ты думаешь, что будет дальше? Мне не нравится то, что недельный график маниакальный, на дневном графике медвежья дивергенция с отсутствующим правым плечом. Опасная ситуация. Опасная ситуация. Как минимум, если у вас есть длинные позиции, обязательно поставьте защитные приостановки. Потому что если эта штука начнет обваливаться, она может. Когда пациент выходит из мании, он очень может оказаться в депрессии и коснуться нижнего конверта. Так что пользуйтесь стопами. Окей? Спасибо, Александр. Давайте посмотрим на немецкий рынок. Опять-таки, стратегическое решение на недельном графике, тактическое на дневном. Немецкий рынок очень окреп за последний месяц, и сейчас он опять касается верхней полосы конверта. То есть он опять в маниакальной зоне. Коротить запрещено, запрещено, потому что, как вы видите, импульсная система зеленая. Смотреть, это, как знаете, красавица какая-то малоодетая в журнале. Смотреть можно, трогать нельзя. Да? Вот так же этот рынок. Да. Ах, как залетел, но трогать нельзя. Но можно смотреть и можно ждать.
что ситуация изменится. И опять-таки мы смотрим на MACD-гистограмму на недельном графике, и мы видим, что немецкий рынок гораздо слабее сейчас, чем он был, допустим, в конце прошлого года. А индекс силы вообще плохо себя ведет. Идем направо, ну и то же самое. Импульсная система зеленая. Это система цензуры. И мне не перечесть случаи, ситуаций, в которых эта система уберегла меня от опрометчивых сделок. Это действительно полезная цензурная система. Не делать глупых сделок. Все вверх. Мне кажется, что это, так сказать, что рынок перебрал. Как бы сейчас, значит, идет вечеринка, но предстоит на утро похмелье. Не надо гадать. Импульсная система зеленая. Сиди на руках. Это совет, который мне давным-давно как-то друг дал. Алекс говорит, привстань немножко и подсунь под себя правую руку. Теперь привстань опять и подсунь под себя левую руку. Теперь сядь и хорошо сиди. Вот так вот то же самое мне говорит эта импульсная система. Рынок выглядит опасно. Четко. Одно из моих правил – никогда не покупать возле верхней границы конверта и никогда не коротить вблизи нижней границы конверта. Поэтому я ничего не могу делать с немецким рынком. И вот так я на него смотрю и думаю, да, как это закончится? Когда это закончится, это ралли? Будем ждать. Спасибо, Александр. Открываю евро-доллар. Евро поднимается, то есть подъем начался в сентябре-октябре прошлого года. Смотрим на недельные графики, естественно. Был сильный взлет, который закончился таким вот вежливое название «хвост кенгуру», который, кстати, термин, который придумала моя, к сожалению, ныне покойная московская переводчица, которая переводила мою книгу с английского на русский, Рита Волкова. Очень жалко. Я это называл «палец в небо» раньше. Она переименовала «хвост кенгуру». Это, таким образом очень часто заканчиваются тренды. Евро просел, и был такой как бы небольшой хвост кенгуру 3 недели назад. Рынок от него оттолкнулся. И смотрим на MACD-гистограмму. Да? Посмотрите на глубину гистограммы в сентябре-октябре прошлого года на недельном графике. И на глубину гистограммы сейчас, да? То есть у медведей, какая сила у медведей была тогда и какая сейчас. То же самое с индексом силы. Как много ее было в сентябре-октябре и как мало ее сейчас. То есть медведи по евро выдохлись. Смотрим на импульсную систему. Она была красной, запрещено, запрещено, запрещено покупать. На этой неделе, на этой неделе цвет поменялся с красного на зеленый. Запрещено коротить, а покупать, пожалуйста. Или стоять в сторонке. Стоять в сторонке – это единственная позиция, в которой я никогда не потерял деньги. Идем направо, к дневному рынку, к дневному графику, извините. И мы видим у этого пациента, товарища Евро, был маниакальный эпизод где-то в ноябре прошлого года, потом еще был маниакальный эпизод в декабре, была дивергенция MACD-гистограммы, и евро обвалился. И в начале февраля был такой депрессивный эпизод, когда евро касался нижней границы конверта. Депрессия закончилась, и евро поднимается, немножко он, так сказать, евро пробежало, сказать, чуть-чуть переускорилось. И вы видите этот небольшой хвост кенгуру, который торчит вверх с прошлой недели. Вчера и сегодня евро просел обратно в зону ценности к скользящим средним. И вроде похоже, что сегодня опять образовался небольшой хвост кенгуру, но уже вниз. Рынок отталкивается от хвоста. Поэтому сейчас такое неплохое время для покупки, я бы сказал. Спасибо, Александр. Открываю золото.
Так, смотрим на недельный график. И здесь мы видим очень такой упорядоченный бычий рынок от левого края вверх, выше конверта, обратно в зону ценности. Опять выше конверта, в зону ценности, немножко ниже, и опять ралли до новых высот, и опять в зону ценности. Импульсная система у крайне, у правого края стала зеленой, покупать разрешено. Смотрим на MACD гистограмму, насколько плоское донышко сейчас по сравнению с тем, что было в прошлом году. То есть показывает, что медведи ослабли, недельный график разрешает покупать. Смотрим на дневной график, и здесь, конечно, гораздо ярче видно вот то падение, та реакция в зону ценности, которая произошла, и похоже, что это падение выдохлось. Мы видим бычью дивергенцию. Если мы посмотрим на донышко MACD гистограммы в январе, предыдущее донышко, и сейчас, да, в феврале, мы видим, что золото упало ниже, а донышко февральское более плоское. Та же самая картина с индексом силы. И золото чуть-чуть выше зоны ценности на дневном графике. И касается даже этой зоны ценности, это неплохое место покупать на повышение. Естественно, да, хочу сказать, Роман вас уже предупреждал о контроле над риском, контроле над риском, контроле над риском. Я не могу вам сказать, покупайте это, играйте на понижение на этом, по той простой причине, что я не знаю вашей финансовой ситуации, вашей толерантности к риску, ничего, ничего, да? Поэтому давать какие-то советы, покупать или продавать людям, которых ты лично, финансы которых ты лично не знаешь, это просто было бы идиотизмом, да? Но чем я чувствую, я обязан вам, это выразить свое мнение без зигзагов, четко, обоснованно выразить свое мнение. То есть, когда я вот смотрю на эти графики, я думаю вслух, да? Вот это вот тот же самый мыслительный процесс и процесс принятия решений, через который я прохожу многократно на неделе, когда я разрабатываю сделки для себя. Я смотрю на евро, на золото, на S&P и думаю вслух. Если вы решите делать сделку на основании каких-то вот этих анализов, которые проходят сегодня здесь, то что вам абсолютно обязательно необходимо, это контролировать риск. Контроль над риском – это то, что отличает профессионального трейдера от толпы. Контроль над риском. Для каждой сделки у вас должно быть три цифры. По какой цене вы войдете в эту сделку, где ваша мишень прибыли, и где вы признаете, что сделка была неправильной и нужно из нее автоматически выходить. Кроме того, еще одна цифра, самая важная, пожалуй, какими деньгами вы готовы рисковать на этой сделке? То есть, если, допустим, у вас, я не знаю, 10 тысяч долларов, сколько вы готовы потерять, если сделка пойдет против вас? В моей книге написано, что максимально 2%. Читайте книжку. Обязательно контролируйте риск. Обязательно контролируйте риск. Едем дальше. Открываю нефть. Я уже несколько месяцев говорю, что нефть, я бык по нефти. Нефть это как кровь экономической системы. Вся экономика движется на нефти. И даже сельское хозяйство, потому что многие удобрения делаются на основе нефти. И мы видим двойное дно на недельном графике, и со второго дна нефть медленно, наверное, поднимается.
на дневном графике этот подъем очень четко виден. И опять-таки маниакально-депрессивный пациент. Где-то в декабре был депрессивный эпизод, в январе, в начале февраля был слегка маниакальный, и сейчас нефть постепенно идет вверх, все время касаясь зоны ценности. Поэтому я не торгую нефтью в последнее время. Если бы я торговал нефтью, то где-то вот в зоне ценности я бы размещал в середине, в центре зоны ценности разместить приказы покупки. Да? То есть не гнаться за ценами, не покупать сегодня, вот сейчас прямо мне это нужно. Да? Приказ ставится в зоне ценности. Как говорится, приди к папе, приди к папе. Вот так, американское выражение, шутка. Вот это моя цена, это я предлагаю. Вот здесь, вот за это я куплю. И когда приказ будет в конце концов исполнен, то смотреть на снятие прибыли возле верхней границы конверта. То есть мы стараемся купить где-то дешевле, чем 82,5, и продать где-то в районе 86. Вот так. И, ну, естественно, защитная приостановка. Спасибо, Александр. И биткоин. Ах. Как это, хороша Глаша, да не наша. Я всегда, я ужасный скептик по биткоину. Он взлет. Биткоин. Почему биткоин сейчас колоссально взлетел? Потому что его собираются разделить. То есть, если у вас раньше была одна монета биткоина, то теперь у вас будет две. То есть количество монет удвоится, а цена на монету автоматически будет пополам взята. Биржевая история четко показывает про акции, что когда в акциях делает, по-английски называется split, расщепление, когда акции расщепляют, то это практически всегда ведет к подъему акций. То есть вот Walmart сейчас, значит, акцию расчленили на три части. Значит, если у вас была, я не помню, $60 стоит примерно. Если, значит, у вас было 100 акций по $60, то теперь у вас будет 300 акций по 20. Но в сумме эти 300 акций по 20 уже будут не 20, а может быть 21 или 21,5. То есть почему? Потому что чем дешевле цена, тем больше любителей купить. И вот, значит, расщепление биткоина, люди встали на уши. Хотя, глядя на этот график, я уже сейчас вижу, посмотрите, как справа и на недельном графике, и на дневном вырисовывается хвост кенгуру. Или палец к небу, если вы хотите так выразиться. Оба графика в высокоманиакальной зоне. То есть абсолютно вне конверта. Высокоманиакальная зона. Смотрим на MACD гистограмм. Смотрим на индекс силы на недельном графике. Мы видим сильнейшую дивергенцию. Да? То есть прямо вот в лицо дивергенция. Да? Идем, смотрим на дневной график с правой стороны, мы видим, как строится, еще не готово, строится дивергенция MACD гистограммы. Почему не готово? Потому что гистограмма продолжает подниматься. Для того, чтобы дивергенция выдала сигнал, этот столбик должен понизиться. Поэтому я смотрю на эту картину, сказать, на столе лежит заряженный пистолет, шутка. И импульсная система запрещает мне что-либо делать. Но когда эти сигналы переменятся, то конечно, видя маниакальный рынок, есть четкое желание его закоротить. Но я не буду это делать с биткоином. Я вам покажу немножко позже, или Роман вам покажет, я не знаю, подготовил он это или нет, акции, которые работают на биткоин. То есть, если вы хотите купить биткоин, если вы хотите сыграть на повышение биткоина или на понижение биткоина, то есть ряд акций,
с которыми это можно очень хорошо сделать и провести эти операции через тот же адмирал, то есть через нормальную брокерскую фирму. Так что идет у пациента маниакальный эпизод. Не попадайтесь под руку. Покупать. Ну, только если вы сидите перед экраном, вы покупаете, допустим, в 12.05 и продаете в 12.10. Или это может сработать. А взять какую-то позицию и оставить ее на рынке, в таком сумасшедшем рынке, это просто очень опасно. Спасибо, Александр. Мы посмотрели основные инструменты. Можем посмотреть индекс новых высот, новых низов. Ага. Окей. Я сейчас остановлю для себя. Угу. И сейчас можете перехватывать. Так. Zoom. Share screen. Parallels desktop. Share. Все видно, да? Да, все в порядке. А, у меня, кстати, не открыт этот. Сейчас я вот open. Значит, индекс новых высот, новых низов. Его можно смотреть двумя способами. Один способ, это такой классический, но тоже с модификацией. А второй, который очень мало кто смотрит, это индекс высоты низов на основании их капитализации. Смотрим на как бы классический индекс высоты низов. Слева недельный график, справа дневной. Одну секунду, я все двигаю самое меню по экрану, чтобы а вот убрал, чтобы мне не мешал. Кстати, Роман, у меня открыто окно чат. Вы его видите или Нет, нет? его нам не видно. Оно прекрасно, значит, это вам не мешает. Просто там пара интересных вопросов, я на них потом отвечу. Во-первых, смотрим на левый край у левого графика, на недельный график. Это индекс S&P. Он цветной, потому что это импульсная система. То есть то, что Роман показывает вам, там у него горизонтальная полоска, я это выношу прямо на сам график. Одно другому, что можно таким способом, можно таким. У левого края вы видите конец медвежьего рынка. Медведь. А вы видите мой курсор, который вот стрелочку на экране, Роман, да? Да, видно. Вот, медведь проламывает дно, а это индекс новых высот, новых низов. И вы видите, что на каждом ударе вниз медведи слабеют, 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 и начинается бычий рынок. Он взлетает до маниакальной зоны, это было прошлым летом, коррекция, и сейчас у рынка опять такая густая маниакальная фаза. Кстати, мы видим, что последняя неделя рынок открылся как так на прошлой неделе был очень высокий бар, очень длинный бар, потому что это было ралли, связанное с NVIDIA. На этой неделе рынок уже поуспокоился немножко. Посмотрите на высоту индекса силы в декабре, вот здесь, да? И высоту индекса силы сейчас. То есть цены выше, индекс силы ниже. Четкая медвежья дивергенция. При том, что у рынка маниакальное настроение, при том, что на этой неделе это настроение стало ослабевать. Импульсная система, как мы уже видели на графике Романа, перешла из зеленой в синюю, значит, снят запрет на продажу накоротко. Идем направо. Здесь дневные графики индекса силы, причем, вы знаете, все смотрят на графики индекса новых высот, новых низов, я оговорился. Все смотрят на эти графики в одном диапазоне за год, да, новые высоты, новые низы. Я смотрю на них в трех диапазонах. За год, за квартал и за месяц.
чтобы акция вышла на новую высоту за год, она сначала должна подняться на новую высоту за 3 месяца, а до этого на новую высоту за месяц. Поэтому это три диапазона и дает более глубокое представление. Значит, сверху годовой график, посередине квартальный, а внизу месячный. И мы видим, что даже вот в последние несколько недель, в этом месяце, в феврале, этот индекс поднимается на меньшую и меньшую и меньшую высоту. Негативный сигнал. Есть еще один способ посмотреть индекс новых высот, новых низов. Сейчас я вам его открою и покажу. Этот метод изобрел один из моих студентов, поделился со мной им много лет, 4-5 лет, 6, 4-5-6 лет тому назад. И, значит, я веду этот график, обновляю его ежедневно, он его обновляет. Еще есть одна женщина, очень серьезный трейдер в Испании, она тоже это ведет вручную. И мы каждый уикенд обмениваемся имейлом с графиками, что, значит, нет никаких отклонений, потому что в мире очень мало людей. На одной руке можно пересчитать, которые за этим следят. Но для меня это очень важный график. Значит, этот индекс новых высот, новых низов построен на том, что когда огромная акция Apple, Microsoft, Netflix достигают новой высоты, это требует колоссальных денег поднять эту акцию на новую высоту. А какой-нибудь, знаете, компания местных кафетериев, у которой тоже есть акция, этих денег нужно совсем мало, чтобы ее двинуть. Поэтому значение поднятия акций на новую высоту разной тяжести для разных акций. И в этом графике я беру, я отслеживаю акции, которые поднялись вверх. Для каждой акции есть капитализация. Что такое капитализация? Компания выпустила миллион акций по 10 долларов. Значит, капитализация этой компании 10 миллионов долларов. Да? Или компания выпустила миллион акций по 1000 долларов. Да? Значит, капитализация этой компании уже не 10 миллионов долларов, а миллиарды. Да? И я поэтому складываю, я сгружаю эту информацию, она имеется в интернете бесплатно. Я ее сгружаю каждое утро за предыдущий день и создаю этот график. Зеленая полоса, зеленая линия – это новые высоты, помноженные на капитализацию. Красная линия – это новые низы за месяц, помноженные на капитализацию. И мы видим, что в низах эффективности практически нет. Этот график лежит на земле, только пытается дышать немножко. Вся активность в поднимающихся рынках, но при этом вот была максимальная сила 12 декабря, слабее, слабее, слабее. И вот последний взлет, когда вот Nvidia пихнул рынок вверх, собственно, даже самый большой взлет был на следующий день, когда все, так сказать, опоздавшие на вечеринку стали покупать. Тем не менее, со всеми их покупками этот индекс показывает серьезнейшую медвежью дивергенцию. Поэтому для себя, для своего счета, я играю сейчас только на понижение. Такие пироги. Роман, отдаю вам экран обратно. Да? Да, спасибо, Александр. Слабше. У нас как раз по плану подведения итогов конкурса. И один момент. Да, прежде чем мы перейдем к конкурсу, также попрошу всех участников, если вам нравятся наши встречи вместе с Александром, то нас очень поддержит ваш отзыв на Trustpilot. Это система отзывов, достаточно распространенная. Сейчас ссылочку в чат добавляю. Пожалуйста, если вас не затруднит, то можете отзыв оставить. Мы сейчас поговорим, подведем итоги конкурса. Да, как всегда у нас система, когда мы показываем несколько активов, и наши слушатели
пробуют в режиме реального времени понять, как же эта сделка отработала, а потом мы смотрим итог. И сейчас я добавляю первый инструмент. Возможно, внимательные слушатели сразу же распознают, что это за инструмент и какое было движение, но давайте попробуем предположить. Сделка у нас была на продажу, да, то есть здесь мы видим недельный и дневной таймфрейм, соответственно, слева предлагался шорт, да, то есть саму свечу я закрыл, но оставил, чтобы было видно импульсную систему и все другие индикаторы. Соответственно, сверху стоп-лосс, где красная стрелка, снизу take-profit, и то же самое на дневном таймфрейме. Напишите, пожалуйста, в чат один, если вы считаете, что сделка закрылась с прибылью, да, то есть пошла вниз, и два, если сделка пошла вверх и закрылась, соответственно, с убытком. Давайте попробуем порассуждать. Вижу двойки. Пока лидируют двойки, то, что сделка отработала позитивно. Так, пока все еще двойки лидируют. Но единицы тоже подключаются к этому инструменту. Давайте буквально 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Судя по всему, двойки лидируют. И давайте посмотрим. Внимание, правильный ответ. Сделка была предложена по S&P 500. Я думаю, что те слушатели, кто видел значение 5000, могли предположить, ну и визуально само направление тоже могли видеть. Собственно, сделка предлагалась в шорт, и, наверное, чуть лучше ее видно на дневном таймфрейме. То есть шорт по 4999. Опустили зону ценности, но take profit стоял гораздо ниже, да, то есть в уровне 4600, и в итоге сделка закрылась по стоп-лоссу. Александр, ваши комментарии. Очень хорошо, приятно видеть, приятно слышать. Я хочу только добавить еще к этому, то есть не то, что добавить, а да, добавить. Сказать, я... Когда я ищу входа вот в такие в ситуации, то есть я очень люблю играть против, знаете, большинство людей играет по тренду, да, а можно играть на разворот. Когда я играю на разворот, то я очень люблю пользоваться таким методом. Если вот посмотреть, допустим, на ближе к правому краю, рынок, третий столбик справа, да, значит, рынок в маниакальной стадии, рынок выше конверта, все. А когда коротить? И вот третий бар с правой стороны, вы видите, как рынок открывается более-менее вровень с предыдущим и начинает скользить вниз. То есть вот этот вот бар, на котором я бы стал коротить. То есть уловить бар, то есть, конечно, я не жду конца дня, но уже где-то... несколько часов проходит с открытия, я вижу, какова динамика сегодняшнего дня. На таких вот краткосрочных сделках, вот вроде той, которую вы сейчас показали, это очень полезный, то есть это мой метод, с которым я вхожу в сделки. Уловить вот эту вот маленькую волну, то есть быть в ритме с сегодняшней динамикой рынка. Коротить, когда он уже немножко начинает, то есть у меня есть резоны коротить, но сам сигнал, который мне говорит: «Алекс, поехали», это когда динамика сегодняшнего дня идет в эту сторону. Очень хорошая сделка, приятно посмотреть. Ну, здесь, Александр, я не озвучил, то есть, да, я сразу же показал, а сделка в итоге закрылась по стоп-лоссу. Я немножко поменял местами, то есть мы обычно показывали прибыльную, я подумал, что наши слушатели уже привыкли. И здесь как раз, да, то есть сделка закрылась. Немножко рано продал. Да, да. В каком баре он продал? Вот здесь был шорт. Это поздно уже. А take profit находился вот здесь, да, на этом уровне 4600. Да. И вы цена, знаете, зону ценности опустилась, и дальше пошла на новый максимум, где и закрылась по стоп-лосс. Коротить надо высоко. Коротить надо не когда рынок у зоны... Когда рынок уже в зоне ценности, около зоны ценности, уже поздно, да? Коротить надо высоко, а покупать надо низко. Вы знаете, я вам пошлю, вы показываете дальше, я вам пошлю один график, вы его потом просто покажите всем, а я про него сделаю комментарий, хорошо? Хорошо. Я сейчас просто отвлекусь на минутку, пошлю вам email.
Да, хорошо, договорились. Вы продолжаете. И еще одна сделка, на которую мы сегодня посмотрим. Сейчас также увидите перед вами. Сделка здесь уже была на покупку. Недельный таймфрейм, точка входа на повышение. Соответственно, стоп-лосс, где красная линия. И то же самое на дневном таймфрейме. Напишите один, если сделка отработала. Давайте плюс. Да, это так будет, наверное, проще. Поставьте плюс, если сделка закрылась или отработала позитивно. Минус, если сделка была негативно. Да, давайте перейдем в такой формат исчислений. Так, пока, судя по всему, сравнялись. Давайте 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Мне кажется, что было примерно одинаковое количество. Давайте посмотрим на правильный ответ. И здесь была сделка, она отработала позитивно, она не дошла до take profit, но на текущий момент она среди наших участников нашего конкурса показывает самое большое движение. На момент как раз сегодня, да, перед открытием рынка, было самое большое движение по этому инструменту. Это бумага с тикером ALB. Соответственно, на недельном здесь был осуществлен вход, и то же самое мы видим на дневном таймфрейме. Пока немного не доходит до тейк-профита, но у нас не было в этот раз тех сделок, которые закрылись по тейк-профиту, соответственно, вот эта бумага, она побеждает как по самому длинному движению. Александр, хотели бы вы прокомментировать? Вы знаете, на месте участника, который сделал эту сделку, чтобы я ему советовал сделать, распечатать вот то, что сейчас вы показываете на экране, и повесить на стене где-то недалеко от места, где он, от рабочего места. Потому что сделка великолепная. И каждому трейдеру надо знать. Мой друг и деловой партнер Кэрил Ворн всегда говорит: «What is your A-trade?» Какая твоя сделка на пятерку? Сделка на пятерку. A-trade. Она разная для всех. Точно так же, как людям рынки колоссально многогранные, поэтому эти вот любимые сделки, они у людей разные бывают. Но вот нужно найти сделку, которая тебе колоссально нравится. И после этого, когда смотришь через неделю, месяц, когда угодно, я хочу найти еще такую же сделку, которая выглядит точно так же или очень похожа на это. Да? Что мне нравится очень? То есть вот это для кого-то это может быть A-trade, сделка на пятерку. Найти еще график такого же типа. Во-первых, мы видим ложный пролом вниз на недельном графике. И этот ложный пролом вниз сопровождается абсолютно видимой бычьей дивергенцией. Кстати, с отсутствующим правым плечом. Все плечо подходит к делу. Да? То есть на втором донышке MACD даже не смогла проломить нулевую линию. Подошла близко, но не смогла проломить. Но это не обязательно. Главное, что есть бычья дивергенция, есть ложный пролом. Недельный график просто говорит, когда я смотрю на такой график, вот это то, что я ищу всегда. Для меня это одна из моих сделок на пятерку, вот то, что показываете вы сейчас. Я когда вижу такой график, я себе говорю: Алекс, если ты это не будешь покупать, что ты будешь покупать? Вот оно, перед тобой. Да? Смотрим на дневной график, тоже ложный пролом вниз, тоже бычья дивергенция, не такая красивая, как на недельном графике, но всегда в одной временной зоне. Я хочу, чтобы рынок выглядел великолепно, а в другом – окей. То есть очень редко бывает, чтобы оба графика выглядели великолепно, недельный и дневной. Один должен выглядеть, неважно какой, но один должен выглядеть великолепно, а один – окей. Все, все на месте, поехали. Просто прекрасно. То есть, если бы я увидел... Я не видел этой акции. Если бы я ее увидел в тот день, когда я товарищу покупал, то я бы точно бы в нее влез. Великолепный пята. Просто вот это вот сделка... Для меня это сделка на пятерку. Поздравляю, очень рад видеть. Поздравляем победителя, напишите нам, и мы вам подарим книгу с автографом Александра.
Сейчас буквально на 5 секунд выводим всю конкурсную таблицу. Да, был еще участник, который близко подошел, было 13% движения по Ethereum против американского доллара. И вы видите перед собой всю таблицу. Сейчас, Александр, я получил ваше письмо. Сейчас я открою то, что вы мне отправили, и покажу тогда. Пока вы открываете, я скажу, я веду группу трейдеров со своим другом и партнером Кирилла Ворном. И мы по очереди делаем презентации для этой группы. И сегодня вечером, в 6 часов по Нью-Йорку, моя очередь. Это один из слайдов из презентации. Когда люди покупают, да? Один Пропало. момент. Да-да-да. Один момент. Это у меня убежал линк к вам, а у вас убежал мой линк. Готов. Прекрасно. Спасибо большое. Такое нарисовано. Смотрите просто на график. Читать не обязательно, я все скажу. Вот такой условный график. Да? Акция колеблется, и потом, значит, взлетает вверх, потом начинается реакция. Новички покупают там, где красная точка. Да? Они видели, что эта акция, значит, они пропустили, конечно, весь взлет, но когда акция стала приопускаться, окей, немножко распродажа идет, дешевле, купим здесь. И вот здесь-то они и зависают. Средние трейдеры, это большинство трейдеров, новички долго не выживают. То есть они или поднимаются выше, или вылетают. Поэтому большинство трейдеров на среднем уровне, они покупают эти вот желтые точки. Они обычно рано. Понимаете? Вот и рано, а потом рынок их изматывает и выталкивает. Опытный трейдер покупает там, где зеленая точка. Да? То есть это три стадии, через которые мы все, то есть те, кто не вылетает с рынка, мы проходим через них. Мы все начинаем как новички. Я жил на этой красной точке первый год там, или сколько это было, 1000 лет назад. Потом очень долго жил на желтых точках. Слишком умный. То есть, да-да, я вижу, эта акция вроде базируется, она хочет подняться, начинаешь покупать, а потом не хватает ни терпения, ни денег, и она выкидывает тебя в конце концов. Вот это лучше, чем новичок, но тоже с проблемами. Зеленая точка – это то, к чему надо стремиться и со временем достичь. Спасибо, Александр. У нас остается совсем мало времени, точнее, мы уже... Я готов остаться... Вы знаете, из-за меня вы потеряли минут 5 в начале, так что... как вы знаете, я никогда особо не тороплюсь. Для меня то, о чем мы говорим, для меня колоссально интересно. И я очень рад, что то, что я показываю, помогает кому-то. Жизнь профессионального трейдера очень одинокая. А здесь выхожу на толпу. И еще мне удается по-русски поговорить. Потому что жена по-русски знает 20 слов, не больше. А живем мы в горах, так что так здесь русской компании нет. Кстати, кто-то спросил, извините, Роман, на секунду, я смотрел на чат, кто-то спросил, примерно сколько сделок вы делаете, сколько сделок вы делаете в неделю, в месяц. В неделю, в месяц даже не знаю, но в неделю 10-12. Иногда чуть-чуть меньше, иногда чуть-чуть больше. Но это профессиональный трейдинг. То есть я перед экраном практически весь рабочий день. И до рабочего дня, естественно, делаю домашнюю работу. Зависит от рынка очень много. Насколько активен рынок. Вот сейчас, например,
он вялый, да, завтра будет гораздо активнее. Ну, где-то 10-12 акций, 10-12 сделок в неделю, это так довольно четко. Извините, я вас перебил. Давайте к вам обратно. Да, я хотел, чтобы мы посмотрели на несколько бумаг, да, вот открыл NVIDIA, и, возможно, может быть, не на все, но на самое... Да. А, кстати, еще два комментария тогда. Человек хочет купить эти индикаторы. Насколько я понимаю, если он ваш клиент, то вы даете им эти индикаторы. Да, про индикаторы как раз после основной части Вы расскажете. рассказываю, да. И еще я хочу добавить от себя. Роман проделывает колоссальную работу по подготовке этих вебинаров. Колоссальную. Кажется, что легко, но на самом деле за этим стоит очень большая работа. Вам это бесплатно. И он вас просит о маленьком одолжении. Оставьте отзыв. Trustpilot. Роман, вы потому что напишите это текстом, чтобы вы не знали, куда идти. Пойдите на Trustpilot и оставьте просто... Вы знаете, вам не нужно там поэму о любви писать. Просто напишите, получаю удовольствие, спасибо, очень хорошо. Знаете, вот так вот, да? Оставьте. Сделайте добрый поступок сегодня. Роман, обратно к вам. Спасибо, Александр. А, NVIDIA. NVIDIA. NVIDIA, да? Окей. Упс, хотел закрыть и чат. Окей. Вы знаете, идет мания, идет настоящая, то есть мания о искусственном интеллекте, который решит все наши проблемы, или, по крайней мере, улучшит. И, несомненно, это произойдет, да? То есть, не знаю, что насчет решит, но на самом деле искусственный интеллект поможет в очень многих сферах деятельности. NVIDIA создает чипы, на которых строится искусственный интеллект. Другие компании их тоже создают, но у NVIDIA они самые мощные. Кстати, запрещены к продаже в Китай. Вот фундаментальный фактор такой. Но на основании этого NVIDIA взлетела. И очень сильно взлетела на прошлой неделе, когда вышло это сообщение о новостях, сообщение о доходах. Искусственный интеллект помогает, да, полезен, та-та-та-та-та. Но есть рациональный оптимизм, а есть иррациональный, нерациональный оптимизм. И то, что происходит в NVIDIA сейчас, это мания. Посмотрите, с левой стороны на недельном графике весь бар выше конверта. Да? Очень опасная ситуация. Каратидзе, то есть, по моим правилам, здесь запрещено покупать. Я не покупаю выше конверта. Да? Это у меня есть такие некоторые гибкие правила, а некоторые совершенно не гибкие, абсолютно ригидные. Не покупать вблизи верхнего конверта. Это маниакальная фаза, хорошим не закончится. Для покупателей хорошим не закончится. А чем закончится? Ну, цена упадет. В лучшем случае она упадет в зону ценности, притормозит, остановится, развернется и пойдет вверх. Вы видите, как это произошло несколько раз на дневном графике. Да? Даже на прошлой неделе вот было это падение. NVIDIA упала в зону ценности, потом, значит, подъем начался опять. То есть покупать надо в зоне ценности, а не возле верхнего конверта. Но коротить сейчас запрещено. Дневной график разрешает коротить, недельный это все еще запрещает. Система цензуры имеет двух цензоров. Это NVIDIA. Спасибо, Александр. Uber. Давно, мне кажется, мы не смотрели на... Да. Я когда путешествую, часто на нем езжу. Это примерно мое отношение с ним. Uber. На недельном графике колоссальный взлет, и потом цена перешла в горизонталь.
импульсная система перешла из зеленой в синюю на последнем штрихе. То есть раньше было запрещено коротить, теперь коротить можно. Смотрим на дневной график. Мы видим этот ложный пролом вверх, но дивергенции как таковой нет. Я бы хотел, для того, чтобы коротить, я бы хотел увидеть сигналы и на недельном, и на дневном графике. На недельном, конечно, полное сумасшествие, руки чешутся закоротить, но дневной график, нет сигналов коротить. Я бы просто пропустил бы. Интересный график, но не для сегодняшних действий. Спасибо, Александр. И вот несколько бумаг, которые вы присылали, вот, может Да, да, быть, да. буквально. Это бумаги, которые взлетели вместе с NVIDIA, да? Но этот SMCI, супермикрокомпьютер, это одна компания, насколько я понимаю, делает компьютеры, которые очень полезны для работы с искусственным интеллектом. Была абсолютная мания. И, кстати, вы видите на недельном графике, акции взлетели выше $1000. А на дневном графике вы видите то же самое. Вот прямо, сколько это, раз, два, три, четыре, 8 баров назад. Вот этот график, когда акция взлетела выше $1000, видите цену открытия, вам видите, развернулась и пошла вниз. Это был незабываемый день, это была пятница. Жена хотела поехать в Нью-Йорк, это 5 часов езды от нас. И я ей говорю, я только смотрел на это на SMCI. Я ей говорю, если только ты веди машину. Она вела машину, я сидел на пассажирском месте с компьютером в руках, интернет через телефон и корочил эту акцию. К концу дня акция, которая утром была выше $1000, упала ниже 800. Наступил, я все это дело взял на уикенд, в понедельник я закрылся по этому делу. Но опять-таки, вот эта вот динамика, о которой я вам говорил раньше, рынок доходит до какого-то экстремума. Допустим, два предыдущих дня, вот перед этим колоссальным разворотом, рынок открывается низко, закрывается высоко, тренд здоровый. Рынок открывается низко, закрывается высоко, тренд здоровый. Рынок прыгает вообще выше вышнего, да, и начинает сползать. Поехали вниз, поехали вниз. Вот так вот. И это акция, которая тоже связана с искусственным интеллектом как-то. Так что и сейчас она, видите, мания кончилась, акция котируется по 850. Так что NVIDIA в таком гордом одиночестве сейчас как торчит, как палец в небо. И вот похожую ситуацию тоже тогда просто для слушателей покажем по поводу MicroStrategy. Ну вот как раз, по-моему, здесь по ней сегодня Да, идет. да, да. Вот это одна из тех акций, которые я упомянул, что если вы не торгуете биткоином, то вот это вот акция, которой можно MacroStrategy, Mara есть еще компания. Правда, Mara, прямо как женское имя, Mara. Но у Mara будет сообщение о доходах сегодня после закрытия рынка, поэтому сегодня с этой девушкой танцевать нельзя, пока это сообщение не выйдет. Выглядит довольно опасно, но сижу на руках. Как сказал мне друг, Алекс, привстань, левую руку под себя, правую под себя, сядь и хорошо сиди. Не касайся клавиатуры. Но вот Mara и MicroStrategy – это те акции, которые… Если у вас есть мнение по биткоину, и вы хотите торговать акциями, а не самим биткоином, то вот эти две акции очень полезно иметь в виду. Отлично. Спасибо большое, Александр. Я думаю, что мы разобрали все акции. Которые успели. Акции, на самом деле, сколько? 10 тысяч у нас, по-моему. Ну, все, да, мы разобрать не успеем. Спасибо большое вам. Рады были, как всегда, вас видеть. Я говорю от лица слушателей, от себя в том числе. Спасибо большое. Спасибо большое, Роман. Два комментария, если есть 30 секунд.
Во-первых, поскольку вот буквально секунду назад пошутил, что 10 тысяч акций, люди иногда говорят, я хочу там отслеживать 10 тысяч акций. Нет, я хочу отслеживать 3 тысячи акций. А я всегда говорю, создай себе небольшую группу акций и следи за ними хорошо. Для новичка не больше, чем вот есть индекс, называется NASDAQ 100. Вот NASDAQ 100 – это хорошая такая игровая площадка для новичка. Очень много интересных акций там, да? Очень много технологических акций. Если у вас больше времени и опыта, следующая игровая площадка – это S&P 500. Значит, 500 акций уже. Я их отслеживаю каждый уикенд, анализирую все 500. Сверх этого это уже распыляться. Вот так вот. И второй комментарий. Если некоторые из наших слушателей свободно путешествуют по Европе, я проведу однодневный интенсивный класс в Мадриде 11 мая. Еду туда в отпуск, и под конец отпуска будет класс. Так что, если у вас есть любопытство, интерес, зайдите на сайт elder.com. В класс берем всего 25 человек, половина мест уже разошлись за неделю. Так что, если есть желание, посмотрите. Роман, спасибо еще раз за приглашение. Очень приятно с вами работать. Спасибо большое, Александр. Всего хорошего. До встречи в марте. Да, до встречи в марте и хорошего завершения месяца. В этот раз на один день больше, в феврале. Собственно, ждем выборы. Еще одна будет одна тема, которую мы, вероятно, будем обсуждать в этом году. Спасибо большое, Александр. Каких выборов? В США. А, ну все хорошего, обязательно. Всего доброго, Александр. До свидания. Да, данные индикаторы доступны для клиентов Admirals, и, соответственно, вы можете их запросить, написать на почту elderdisk@admiralmarkets.com. Соответственно, сейчас я для тех слушателей, кто у нас сейчас в Zoom находится, напишу почту. Для тех, кто смотрит нас в записи на YouTube, то ссылка будет там, ну, в описании почта будет. Соответственно, индикатор устанавливается на пятый MetaTrader. При наличии реального счета в Admirals вы получаете их, соответственно, бесплатно. Но у нас только эта версия, да, именно для клиентов. И если у вас нет еще реального счета, то также напишите на эту почту, и наши специалисты ответят на ваши вопросы и помогут, соответственно, счет открыть. Вместе с индикатором мы также вам отправим шаблоны в виде инструкции по установке, и вы сможете использовать их точно так же, как мы видели в MetaTrader в ходе нашей встречи. Пишите и также ваши вопросы, если они будут. И относительно конкурса. Да, конкурс у нас проходит на YouTube-канале Admirals. Для участников из Zoom сейчас делаю ссылку в чат еще раз. Для тех, кто смотрит нас уже на YouTube-канале, вы правильно видео. Это февральский выпуск 2024 года. Соответственно, здесь, на YouTube-канале, мы и проводим конкурс, в котором можно выиграть книгу с автографом Александра. Конкурс заключается в том, что наши участники предлагают один актив, который может показать самое большое движение в период от одного вебинара до следующего. Соответственно, с 29 февраля до 27 марта, да, этот период. И, соответственно, вы предлагаете один актив. И самое большое движение, по которому может произойти в этот промежуток времени, в процентах, да, то есть тот и становится нашим победителем. Вы можете посмотреть предыдущие записи, да, примеры того, как участники оставляли свои инструменты, или вот сейчас перед вами тоже на картинке пример, где наши участники предлагают актив. Да, это может быть акция или индекс или валюта. Вы предлагаете цену входа, уровень стоп-лосс, уровень тейк-профит и дату поста, то есть дату размещения, когда вы от какой даты вы планируете, что эта сделка будет сработать. Она может сработать в этот же день или, к примеру, как отложенным ордером. Соответственно, если эта сделка сработает в период с 29 февраля по 27 марта, то тот
и закроется по тейк-профиту, то движение, которое будет максимальным, да, в процентах от точки входа до точки выхода, тот и будет победителем. Соответственно, если сделок тех, которые закрылись по тейк-профиту, не будет среди наших участников, то мы отдаем предпочтение той сделке, у которой есть плавающая прибыль, да, и опять же самое большое движение по этому движению. И комментарии нельзя редактировать. Да? Одно немаловажное правило, которое есть. И ваши вопросы. Я вижу, что очень много вопросов, которые мы не успели ответить. Напишите их, пожалуйста, также под последним видео на нашем YouTube-канале. И оставьте их там. Я заранее их отправляю Александру, чтобы как раз мы максимально успевали обсудить в ходе нашей встречи. Ну, а на сегодня это все. Всем большое спасибо за участие. Всем большое спасибо за вопрос. И всех будем ждать уже на наших следующих встречах в следующем месяце, да, в следующем марте. Всем спасибо и до свидания.